Дети сказали, что ее сбила машина, она попала под колесо, но 2 дня она ходила. Сегодня она лежала в луже с утра, а потом подошли ко мне дети, сказали, что она лежит, умирает в лесу. Ее кто-то туда уже перенес. Она сама приползла передними лапами, она была вся в зеленых мухах, весь зад, то есть сидели мухи. Я ее приложила в коробку, сверху накрыла простынями, мухи все равно все время были на простынях. Сейчас надо осматривать, скорее всего, там уже все. Червяки, наверное, конечно. Да, сейчас будем осматривать. Она от нее, да, очень пахнет. Сильно воняет, да? Да, неприятно пахнет. Иди сюда, деточка. Наташа, приготовь катетер и давай сразу сюда все. Будем сейчас смотреть, что с ребенком. Тихо, Наташа. Так, он кашляет. У меня такое ощущение, что у нее задеты легкие. Наташа. Блин, я знаю. Ну, разумеется, все червяк уже. Нет, подожди. Да, пока все за это самое. Ой-ой-ой. Это все мухи уже. Это все. Но пока они еще... Да, все начало вылупляться. Это все. Давай машинку. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Тихо, деточка моя. Видишь, что есть? Угу. Так, так, они начали капать. Так, я тебе там принесу, хорошо? Вот сегодня мы себя чувствуем уже намного лучше. Капались ночью, капались днем. Сейчас у нас будет 3-я капельница. И мы себя чувствуем уже прекрасно. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что было вчера, да? Когда ребенок даже не мог голову поднять, лежал уже с распахнутой пастью. По сравнению со вчерашним, это было ау. Сейчас у нас все хорошо уже. Сейчас мы прокапаемся еще раз. Вечером еще раз. А уже завтра поедем на прием к врачу. Это с партии. Вот так девочка выглядит сегодня. А ведь привезли ее совсем полумертвую. Сегодня с партии, сейчас после капельницы, мы едем к врачу на осмотр. Но вот эти дни, что мы ее осматривали, вроде бы переломов у нас нет. Скорее всего, девочку просто ударила машина, она была сильно... Или был болевой шок сильный, что она не могла вставать и ползала только на передних лапках. Непонятно, что с ней. Сегодня еще зададим анализы на пироплазмоз. Сегодня ей полегче, сегодня она выдержит и дорогу, и сегодня она выдержит осмотр. Просто вот эти 2 дня ее нельзя было ее трогать. Она была в очень тяжелом состоянии. Сегодня нам полегче. Полегче, поэтому сегодня мы точно едем к врачу. Друзья, сейчас мы сделаем последнюю капельницу. Все, с партией уже поправилась.
Моя девочка уже чувствует себя очень даже хорошо. Да? И сегодня мы уже снимаем капельницу. Друзья, никто не верил, что малышка выживет. А мы выжили. Выжили назло всем. Вы такие красивые дети у нас. Такие смешные, хорошие. Да, маленький мой? Ты маленькая. Ты моя хорошая. Они не умеют говорить. Но их глаза... А нет уже всяких слов. Ты такой невеселый, а? Стесняха. Ты стесняха такой, да? Ты такой стесняха? Спать. Спать. Да, ты стесняха наш. Э? Что? Что?